Воскресенье, 9 декабря 1901 года, в доме новокрещенного на Преображенской улице комитетом попечительства народной трезвости был дан спектакль в двух отделениях. В спектакле были заняты лучшие силы городского общества из числа любителей. И в доме на Преображенской в этот день не было скучно. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».